Аня говорит, я могу вам точно сказать, что вы по капитализации перебьете Facebook. И мы в этом вообще даже не сомневаемся. Мы в этом даже не сомневаемся. Когда тебя на определенном этапе раз и забанили тебе, забанили аккаунт, выплаты, да? Ну, мне это никак на самом деле меня не ломало. Меня наоборот это бросало вызов, задорило, а я шел в другую компанию, делал еще больше результатов. То есть я такой строй. Если меня где-то пытаются где-то поломать, я выхожу как терминатор и делаю еще больше результатов. Или там езжу на BMW на автомобиле, да? И тут где-то рассказал, что неплохой автомобиль, в принципе, Мазерати. Теперь BMW приезжает, у меня забирают машину и говорит, ты негодяй, мы тебя выгоняем из секты BMW и забираем у тебя навсегда автомобиль. Вот что происходит в сетевом маркетинге. Мы обязательно запустим проект, Изи-Бизи ищет мозги, покупает мозги. Для того, чтобы можно было отслеживать максимальное количество разных классных стартапов, шикарных разработок, там, например, программ и так далее, софтов. Бизнес можно передать по наследству. Как это можно сделать? При одном только условии. Если сделать децентрализованную какую-то реферальную систему со смарт-контрактом.